Почему у нас до сих пор не было свадьбы? Хотя, чтобы все брали молодые парни с меня пример и шли к своей цели. Да, я бывшая наркоманка. Почему ты никак не мешал тому, что я попала в психушку? Ну, это действительно не самая лучшая история. Ты мне верен? Да. Этот ответ я засчитаю неверным. Офигеть, я сейчас в шоке. Ну, сейчас. Однолюб. Всем здравствуйте. Это «Честное слово». Самое правдивое шоу о человеческих отношениях. Меня зовут Баршев Георгий Олегович. Я являюсь криминальным психологом и экспертом в области детекции лжи. Сегодня к нам в гости пришли для откровенного разговора известная певица Аня Михеева и ее молодой человек Матвей. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам в целом ощущения? Какие ожидания? Я даже не знаю, если честно, какие ожидания. Угу. Ты? Никаких ожиданий нет. Ну, просто так пришли, думаю, посмотрим, на что готово, да? Да. Как считаете, друг друга хорошо понимаете? Да, мы очень сильно чувствуем друг друга. Ну, не считая рабочих моментов, там бывают. Споры. Да, а именно в жизни, мне кажется, в обычной, угу. Более-менее все хорошо. У нас самое главное шоу нацелено на то, чтобы улучшить взаимоотношения друг между другом. Да, то есть наладить диалог, посмотреть понимание, ну, может быть, где-то не хватает в каких-то частях. У вас с этим все хорошо? Ну вот только, наверное, в рабочих моментах мы спорим часто. А мне кажется, если бы не было бы работы, а были бы только отношения, у нас бы вообще все идеально было. Но нам надо работать, поэтому мы часто спорим. Часто очень мнения расходятся. Я буду здесь присутствовать и контролировать ваши реакции. Как вы реагируете на заданный вопрос? Если вдруг у вас есть сомнение, хотя бы небольшое, при ответе, или вы точно понимаете, что вот здесь вот 99% я делал по одному, но один раз я сделал по-другому, то это уже считается ответом нет. Сейчас мы приступим к надеванию датчиков. Угу. И у нас впереди белый раунд. Итак, немного повторюсь, что же у нас будет в белом раунде, что это такое. Мы с вами адаптируемся к тому, как работает полиграф и то, как здесь необходимо отвечать. Угу. Мы будем с вами стараться здесь настраиваться на внутренний процесс мышления, то есть контролировать, что мы говорим, как мы говорим и зачем говорим. Тебе нравятся мои родители? Да. Мои любимые рубрики «Да, но». В целом ответ правдивый, но... В голове у тебя пошли какие-то сомнения небольшие, что это? Матвей очень избалованный, вот такой маменькин сынок, и меня это бесит очень сильно. Бывает даже у нас какое-то очень важное дело, мы куда-то идем, и нам нужно что-то обговорить, и он звонит маме, типа, ну вот прям вообще не вовремя. Но я уже как бы ничего не говорю, я как бы смирилась с этим, но я очень сильно с этого бешусь. Хотелось бы, чтобы он звонил в какие-то другие моменты, более подходящие. Вот. То есть хочется больше самостоятельности именно к Матвею? Ну, он как бы самостоятелен, он просто... Ну, он маменькин сынок в то же время, я не знаю, как это объяснить. Ну, это про сепарацию небольшую. А именно к родителям? Ну, я очень люблю его маму, уважаю очень. Вот. Но в семье не только мама, да? Нет, есть еще отчим, он тоже очень веселый. Угу. Бабушка? Бабушка есть тоже, она очень крутая. И дедушка еще есть. Угу. Почему этот вопрос для тебя важен? Потому что я очень люблю своих родителей. И вот даже хотел бы тоже ответить по поводу того, что когда вот мы куда-то идем, я не обращаюсь к маме за советом. Просто у нас очень сильная связь. Угу. И для нее важно, чтобы я уделял ей тоже время. И поэтому в любую свободную минуту я стараюсь хоть раз в день с ней как бы созвониться. Ты с ней с мамой, да? Да, с мамой. Угу. То есть... Хотя бы раз в день, потому что она очень расстраивается, когда я не на связи. Но она не контролирует, ей просто главное знать, что у меня все хорошо, и у Ани тоже. Повышенная тревожность за тебя? За нас обоих, я думаю. Потому что у нее немножко такие были моменты в жизни очень серьезные. Там она потеряла маму, моего папу. И из-за этого она очень переживает, потому что у них немного такая жизнь была. Ну, особенно у отца и ее брата. И она переживает прям очень, потому что говорит то, что я похож на отца. Тогда она переживает не за тебя, да? А за Аню. Да. Да. Может быть, кстати. Ну да, возможно. Угу. Но Аню она очень любит, это правда. В первую очередь я делаю это для мамы, потому что для нее это важно.
Вот, как бы, я-то могу как бы прожить, но ей вот хочется все равно каждый день слушать мой голос. Вот так вот я хочу маму порадовать. Мне очень нравятся его родители, я очень люблю его маму, безумно очень люблю. Люблю ее голос, люблю, когда она говорит мне всякие вещи, что я красотка, что она меня любит. У нас действительно любовь. А они похожи на твою маму? Они различаются в тем, что мама более терпима в каких-то моментах, угу, серьезных, а Аня более эмоциональна. Да, ну вообще очень интересно, что сравниваешь с мамой, я просто увидел, что здесь должна быть определенная какая-то связь. По энергетике, наверное, больше Аня схожа с маминой мамой, с бабушкой. Mm. Она, к сожалению, ушла, но примерно вот такая же была энергетика вот у нее, я вот так думаю. Ну, как говорится, тебе это заходит? Мне это очень нравится. Вот. И это отлично. Ты считаешь меня ревнивой? Да. Да, это правда. Ты знаешь, что ты ревнивая? Ну да. Угу. У тебя даже такой вопрос был немножечко уже с языком тела, да, такой, с такой уже немного подачи. И, кстати, твоя подача, знаешь, о чем говорит? Что тебе очень тяжело признавать иногда правду про себя. Да, наверное. Угу. Тебе очень тяжело это вырвать из себя. Ревность – это дурацкое чувство. Я согласен. Ты резко реагируешь на критику в твою сторону со стороны Матвея? Да, очень. А ты бывает так, что специально его провоцируешь, понимая, что, ну, как бы это будет какая-то негативная история, чтобы посмотреть, как он тебе ответит, похвалит, сдержится или скажет гадость? Ну да, наверное. Да, правда. Это очень важный момент, Матвей, ты для тебя достал как раз здесь, чтобы ты понимал, что это реакция ее, она боится быть отвергнутой, униженной или еще что-то. И когда она начинает внутри переживать вот данное чувство, ей очень важно спровоцировать сейчас маленькую волну, чтобы потом не хлебнуть большой. То есть откуда твоя волна идет и откуда ее. К примеру, твоя волна, она чувствует, что она тормозит ее в профессиональном сфере, а она понимает, что ее волна тормозит тебя. И получается у вас замкнутый круг. Но я чуть попозже о нем расскажу. То есть как она тормозит тебя, чтобы ты тормозил ее. Вот такой вот пока рассказ. И вы ищете решение проблем в общем знаменателе в виде бизнеса. Поэтому вы там и кусаетесь. В начале отношений она выстраивала какие-то сюжеты моих похождений с кем-то, хотя я все время находился рядом с ней. Возможно, это продиктовано какой-то ее неуверенностью в себе, но я этого не замечал. Я думал, просто ей прикольно ревновать, и у нее такой характер. Да, то есть тут мы копнули глубже. Я ревную Матвея, потому что я, в принципе, мало кому доверяю. Я правда боюсь его потерять, потому что я все-таки верю в любовь. И это реальная любовь. И может быть такое, что я правда потеряю, и это будет ужасно. И справиться с этой болью будет невозможно. Ты была бы со мной, если бы я не занимался твоими делами. Да. Этот ответ я засчитаю неверным. Почему неверным? Потому что в нем есть очень много, опять же, это мои любимые рубрики, но Матвей занимается своими делами? Да. Тебе это удобно? Да, но меня уже достало это. Что именно? Хочется, чтобы команда была больше, наверное, у меня. Вот. Но Матвей все берет на себя. Слишком много берет на себя. И там, и там, и там. И в итоге вот так как-то все. Вяло текуще получается. Часто я согласен. Нет, я согласен с тем, что она говорит. Просто, к сожалению, мы пытались найти людей, которые бы нам помогали, чтобы я делегировал какую-то часть обязанностей, да, своих. Но, к сожалению, эти люди не оправдали доверия. Самое интересное по поводу того, что если бы он не занимался бы твоими делами, вы были бы вместе? Изначально? Блин, мне кажется, нет. Угу. Почему? Ну, потому что это какое-то, не знаю, изначально я искала человека, который поможет мне с музыкой, с творчеством. И как-то так получилось, что мы влюбились. То есть это из дел переросло в отношения? Ну да. Поэтому, так, если бы не было бы дел, то и не было бы отношений. Наверное, да. А как познакомились? Я сидел дома, открыл YouTube и увидел шоу, в котором она снималась, оно называлось «Пацанки». Mm-hmm. И я посмотрел, такой, типа, вау, типа, что это такое? И мне очень хочется заполучить это себе. И я просто позвонил ей и сказал привет. Но она не очень отвечала. Но там было пару моментов таких очень... Я хотел ее удивить, и мы еще даже не встретились. Я пошел, сделал две татуировки, которые посвящались Ане. Просто позвонил и сказал, смотри. Мне просто, правда, очень хотелось обратить ее внимание. Вот тут. Опять ты открываешь пузо. Хочу, чтобы все брали молодые парни с меня примеры, шли к своей цели. Ну, это не то, что были прям такие рабочие отношения. Это просто были
как это сказать, он просто помогал мне, и я влюбилась, потому что ко мне так никто не относился раньше. Никому не было так важно, что я хочу, и все мои желания не были важны ни для кого. Я очень счастлива, потому что не у всех людей есть такие Матвеи, как у меня. У тебя кто-то в семье есть таким же рвением, наверное, контролировать все? Бабушка, властная женщина, у нее был свой бизнес, большой очень ресторан, у нее там была самая большая доля, и, соответственно, ей приходилось контролировать все, вплоть до того, что она даже, хоть и была директором, она готовила на кухне. Ничего не делегировала, да? Да, она ничего не делегировала, она все делала сама. Наверное, вот все-таки какая-то от нее пошла эта штука. Ты вообще готов делегировать свои обязательства? Если я буду доверять этому человеку и знать, что он меня не подставит. Ну, значит, мы имеем, наверное, историю, как у бабушки даже готовит на кухню будущий директор. А, действительно, когда он очень много на себя берет, страдает качество работы, он может что-то не доделать до конца, про что-то забыть. Мне приходится постоянно об этом напоминать. И вообще я бешусь с того, что зачем ты столько себе набрал дел и до конца ни одно не можешь сделать. Ну, или только об одном деле, о каком ты думаешь, а про другие важные дела ты забываешь. Допустим, Аня говорит, что я взваливаю все на себя. Нет, к сожалению, это отчасти неправда. И моим решением было собрать команду, чтобы писать альбом. Это я ей предложил. Она, ну, согласилась, и это идет на пользу. Но, к сожалению, какие-то, может, даже не к сожалению, а просто какие-то очень серьезные моменты по поводу финансов, переговоров, еще чего-то, я пока не нашел такого человека, которому мог бы доверить. Есть ли у тебя страх того, что мы вернемся к тому состоянию, с которого начались наши отношения? Да. Да, это правда. А что именно? Что было? Наши отношения начались не просто с алкоголя, а с запрещенных веществ. Да, я действительно боюсь, я не скрою, я почти каждый день об этом думаю, потому что я реально боюсь, что опять это все вернется. Да, просто там была такая сильная яма. А как с этим боретесь? Ну, это действительно не самая лучшая история. Сегодня прочитал, Джаред Лето тоже написал, что у него были определенные проблемы. Угу. И когда он с этим завершил, он считает, что у него жизнь изменилась очень хорошо. Это правда. У нас тоже изменилась жизнь. Вот. И мысли все равно... В лучшую сторону. Да, в лучшую, конечно. Но мысли, они не покидают никогда, типа. То есть они каждый день с тобой. Мысли вернуться или мысли, чтобы никогда не вернуться? Никогда не вернуться. Дикий страх, воспоминания, как это было ужасно. Да, я бывшая наркоманка. Все бывшие наркоманы, они боятся вернуться к этому. И это действительно, это серьезная зависимость, это очень серьезно. И да, я боюсь, я переживаю, и я очень много себя контролирую, очень много стараюсь к этому не вернуться. Но я очень сильный человек, я знаю, что этого не будет. Но боязнь, она есть. И сны бывают, и все бывает про это. Наркотики — это очень плохо. Очень плохо, это ужасно. Я очень рада, что мы с Матвеем перестали это делать. Я благодарна очень там, своей маме, его маме за поддержку, за доверие. Как мама, типа, ей было очень больно слушать и про срывы, и про все прочее, но она поддержала, в любом случае помогла справиться с этим. Я очень счастлива, я сейчас очень счастлива, действительно, у меня есть аппетит, у меня есть настроение, я выгляжу хорошо. Я очень боюсь вернуться в то состояние, с которых начались наши отношения. Проблемы, которые остаются после, да, может быть, не физические, а именно ментальные, они очень серьезно влияют вообще на развитие вас как личности. Можно просто забыть о том, кто ты есть. И у меня есть очень такие личные примеры. Отец, к сожалению, употреблял очень много наркотиков, да, и это сыграло с ним злую шутку. Ну, мамин брат, да, он ушел не от этого, но, скорее всего, это послужило тем, что у него очень ослаб иммунитет, и он заболел простой простудой и умер. Вот, в 25 лет, поэтому не шутите с этим. Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я какой-то очень сильный наркоман или что-то еще. Я просто баловался, но, к сожалению, это тоже со мной сыграло злую шутку, поэтому просто никогда лучше не употребляйте наркотики. А, ты мне верен? Да. Давай тебе зафиксирую как правду, но мне какой-то моментик маленький один не понравился. А я могу пояснить? Да, давай. Что в плане физическом
я верен. Но иногда, когда были какие-то пиковые моменты ссор и какого-то поведения, мысли были. Офигеть, я сейчас в шоке. Однолюб. Нет, правда. Передо мной сидит однолюб. Подожди, типа, однолюб, который себе не позволил сделать то, что мог бы. Нет, ну, во-первых, мышление подобное вот этих форм измен и неизмен, это очень непостоянная даже в психологии тема, потому что подобные мысли, которые сейчас, пример, признается Матвей, они нормальны для каждого человека. Совершенно нормально. Ну, то и есть... у меня, наверное, так же было. Ты мне по моим текстам это говорил. И хотел, да, спросить, форма вот этого, типа, института семьи, особенно очень старой формы института семьи, вообще не позволял подобного мышления. Поэтому это как бы приняли. А по-настоящему вот эти запреты, они разрушают браки намного сильнее, чем реальные измены, потому что приходит, ну, там, один человек пытается быть откровенно искренним и открытым, потому что тем самым он, к примеру, говорит о каких-либо проблемах, которые находятся в отношениях. А другой человек это не слышит и начинает воспринимать эту как какую-то угрозу и пытается от этого абстрагироваться и уйти. Я знаю, что у него никогда ничего такого не было и быть не может, но вдруг, типа, я же не всевидящий ок, как я могу обо всем знать? Может быть, были какие-то моменты, о которых я, там, например, не знаю. Знаешь, самое интересное, если бы ты эту фразу сказала до того, когда услышала его ответ, я бы сказала, да, вообще без проблем. А сейчас я с таким дрожью в голосе. То, что Аня думала, что ты никогда не уйдешь и не изменишь, будешь всегда рядом, это является попыткой тебя контролировать? Я думаю, да. А ты хочешь от этого избавиться? Я бы хотел избавиться больше от ее ревности. Вот ты создаешь эту волну, про которую вы говорили, к примеру. Это я так считаю. Как ты считаешь, Аня пытается вести какой-то культ своей личности? Извините, что мы засмеялись, у нас просто альбом в разработке примерно с таким же названием. А я думаю, да, потому что все равно она чувствует свое влияние не только на меня, но и на окружающих. И все-таки какой-то, вот, как вы говорите, культ личности, он все равно присутствует. Ты сможешь с ним всегда жить? Я постараюсь, но при этом я... Наверное, после этой передачи буду развивать свой. Передача помогает развивать следующий культ личности, да? Развоение культов личности. Встретимся через пару лет. Очень хорошо, что ты задумываешься и о собственном влиянии развития. Если ты хочешь этот же вопрос перезадать, потому что у тебя было очень много форм ревности. Нет, я не хочу его задавать. Нет. То есть ты боишься услышать ответ? Возможно, да, и поэтому я бы хотел это упустить, если вы позволите. Ну ладно. А ты бы хотела на него идти? Может быть, он боится чего-то, но это его решение. Я поддерживаю его решение. Я уверена в себе, я самая красивая ему. Зачем ему вообще ходить налево? Ну, я бы офигела, если бы у него неправда была бы. Если бы он ответил ложью, что он мне верен, я бы офигела, но... Ну, не расстроилась прям так сильно. Мы бы поговорили, наверное, он бы сказал. Почему у нас до сих пор не было свадьбы? Я не знаю. Ты вообще ее хочешь? Больше да, чем нет. Последний вопрос. Еще раз, ну да, нет. Угу. Ты вообще ее хочешь? Да. На данный момент, вот прям как мы сидим за столом, это правдивый ответ. Блин, но здесь такие качели. То есть, как зафиксировать все, что у вас было, видимо, потому что он видит очень много хорошего, это да. Но если мы примем это как его собственное решение и движение там, к чему-то, с чем-то, то ли нет какой-то определенной значимости, чтобы сказать это как да. То есть, ну, это не мешает ничему в его представлении. Это, скорее всего, опять угодить твоим интересам. И какой-то а я могу просто ответить еще, наверное, ну, если это вам поможет сформулировать. Например, моя мама и папа, они не были женаты. То есть для них это не было приоритетом, они просто как бы находились вдвоем. Вот. И такая же сейчас ситуация с отчимом. То есть они очень давно живут вместе, они любят друг друга, но они не хотят этого делать. Вот. И то есть, наверное, из-за того, что... А для тебя как? Да блин, я не знаю, как бы в принципе свадьба это круто. Я считаю, что это круто, но как будто бы я и без нее знаю, что я люблю, и она мне как бы, ну... То есть, если ей нужно, да, чтобы это подтвердить, то как бы окей. Но я без этого как бы считаю, что я очень... А ты предложение делал? Да, конечно, вот вы же видели. Два раза еще два кольца. Да-да. А ты что отвечал? Да. Она там на пальчике есть. А почему два предложения? Ну, потому что первое, оно было как бы просто как обратить на себя внимание. Вот. А второй раз, да, я конкретно пошел покупать кольцо, я звонил друзьям. Там и говорю, блин, бро, я сейчас буду делать предложение. И еще один раз был. Да, и еще один раз был. Ну, просто нужно довести это до ума. Получается три.
А зачем третья? Я не знаю, зачем это делать. Просто что? Ну, потому что мы как-то... Множество предложений и ни одной свадьбы. Да, вот я и хотел спросить. Не знаю, вот. Сделай мне еще тогда. Я сделаю обязательно, да. А, это, знаете, это как срок. Так, сделал предложение, если нету свадьбы, то оно обнуляется через... Я думаю, что вот... Через год, да? Так и есть, да. Я думаю, что все-таки вот то, что вы говорите, это... Тогда я жду еще одно предложение. Подтверждение твоих слов должно обновляться каждый раз, да? Ну да. Понял, понял. А свадьба кому нужна? На самом деле мне. Просто я не очень люблю считаться гражданской женой или быть сожителями. Для меня это прям триггер какой-то. Ну, хоть со статусом. Да. И я везде всегда, где-то в компании или на каком-то мероприятии, я всегда говорю, что это мой муж. Типа, я все спрашиваю, что реально? Я говорю, да. А на самом деле это, ну, не что-то для меня, он мой муж. Это, или... как я вам уже и говорил, да, есть некие устоявшиеся правила и особенности, которые очень часто, наоборот, людям мешают создавать нормальные отношения. Как раз-таки вот свадьба, это, опять же, еще один оценочный момент. К примеру, ты когда сказала, что тебе необходима свадьба, только для того, чтобы сказать об этом людям, которых ты видишь. Не для себя. Ты сейчас не про себя говорила. Ну да. А если вы на необитаемом острове вдвоем с ним, и у вас дети, вы счастливы, тебе нужен там священник будет? Нет. Самое главное, я не про свадьбу. Я, то есть, ну, свадьба – это достаточно очень приятное мероприятие, когда вы официально там объявляете о своих взаимоотношениях, я к этому ничего не говорю. Я очень важно говорю именно влияние отсутствия данного статуса на тебя, да, то есть на тебя как на личность. То есть ты принижаешь собственную личность перед общественным мнением только потому, что нету устоявшегося общественного действия. Но в реальности это не должно никак не влиять на твое внутреннее состояние. То есть вы, я уже увидел, вы некие пробелы свои иногда используете как шутку, и иногда этим жонглируете и веселитесь. Здесь можно то же самое сделать. Да, гражданский муж нормально. То есть не как в ущерб свою копилку, а наоборот. Прикольно. И перестановка как раз-таки вот этих знаменателей, они очень существенно помогают людям изменить настроение дома, к отношению к себе. То есть поменяйте полярность. И все. И из-за этой смены полярности будет вот так. Мне раздражает статус гражданской жены, потому что он какой-то стрёмный. Что-то из сюжетов по НТВ. Да я всегда буду соглашаться. Сколько бы он раз мне не предложил, я всегда буду согласна. Когда мы оба реально созреем, когда она созреет до этого, да, все-таки не хочется просто, как во всяких шоу, там, беременна в 16, и все просто расписываться. Хочется пышную, крутую свадьбу, хочется позвать крутых гостей, хочется, чтобы всем было приятно, и чтобы они разделили эту радость с нами. Сейчас конкретно мы погрязли в работе и в каких-то своих именно желаниях и своих, своих потребностях, да, и выделить конкретный бюджет на свадьбу, ну, это нужно постараться. Я говорил, что моя мама не была жената ни с отчимом и ни с моим отцом, но бабушка и дедушка по стороне мамы были женаты, и они прожили вместе около 45 лет. И для меня это является самым главным примером того, какая должна быть настоящая семья. Ты бы хотела проводить больше времени без меня? Да. Я тоже. Да, это правдиво. Вам не хватает личного времени, пространства? Ну, типа того, наверное. А почему? Вот, ну, у вас у обоих одинаковая позиция, да? Почему не даете этого пространства друг другу? Мы или сами не можем понять, почему. А, то есть сначала изначально не признаете себе, а потом поэтому не строите дело? Ну, просто дело. Долго даже, когда друг без друга, все равно хотим быстрее соединиться и опять вот... У нас какая-то такая психологическая штука, что когда мы начали отношения, мы проводили время только вдвоем, и, наверное, первые 2 года... Да, мы виделись, ну, то есть мы живем вместе, и мы вообще не расставались ни на сутки, то есть. И это как-то отложилось в голове, и тяжело. И мне бы, конечно, хотелось бы проводить тоже больше времени без самого меня, да, ну, для Ани. Потому что я бываю очень душный, злой. А ты знаешь, откуда это идет? Я просто увидел у тебя. Ну, если вы можете сказать, то... Ревность. Возможно. Ну, я думаю, тяжело просто справляться, потому что иногда мне приходится прям... некоторые особи, да, мужского пола иногда хотят проявить чуть-чуть больше к ней внимания, но они не понимают, что это не тактично. В плане того, что она очень медийный человек, а он как бы никто. И, к примеру, для меня это странно. Это, во-первых, некультурно
Слушай, нет, мне самое интересное, что я вижу тебя по эмоциям. Тебе прямо нахлёстывает сейчас эмоции. Ну, прямо... Я не то, что нервничаю, мне просто это прям реально раздражает. Да, то есть, потому что бывает какие-то гопники, либо какие-то стрёмные мужчины говорят мне то, что я там женщина, и почему она со мной, там. Вот это мне непонятно. А ты боишься, что каждый раз, когда ты не с ней, к ней обязательно кто-то пристанет? Возможно, да. Но я знаю, что она не будет как бы ничего делать, но я боюсь, что никто не сможет ее защитить в этом плане. Ну, тут не про защиту, я вижу. Нет, ну, вы поняли, о чем я. Ну, да. Ну, просто ладно. Была такая ситуация, когда мы были на одном выступлении, подошел мужчина, и он попросил сфоткаться, потом он сел на ухо, а мы были в компании, я ему говорю, как бы, ну, свали, короче, как бы, ну, ты тут лишний. Ну, ты сфоткался, все, уходи. А через минут 10 он подходит с бокалом шампанского. Ну, я считаю, что это не тактично. Особенно... К тебе? Нет, к ней. И как бы предлагает ей выпить, но я все равно переживаю, боюсь. Вдруг он туда что-то подмешал, к примеру. Ну, вообще с бокалом как-то не очень. Да, хочешь удивить, принеси бутылку, как бы. Ну, вот, все понятно. Бокал не несите, слишком мало. Не, ну вы согласны с тем, что она медийный человек, и он бы мог туда что-нибудь подсыпать, к примеру? Даже бутылку это можно сделать, да. Да. Ну, естественно. Офигеть, конечно. Я не знала. А если она закрыта, всем закупорена? Даже бутылки теперь принимать. Вот, в общем, как-то так. Вот. Если принимаете, то принимайте деньги, да. Я бы очень хотела проводить время одна, потому что только когда я одна, я на самом деле развиваюсь, потому что я ухожу в себя, я могу и тоже так же, как и он, слушать много музыки, что-то записывать, танцевать, перебирать одежду. Мне очень нужно это время, потому что, ну, я очень много времени проводила одна. И так и стала вот Хофманита. То есть Хофманита, она только сама собой может понять, что ей дальше делать и как развиваться. Ну, как бы именно внутренне. А потом я уже хочу приходить к нему с этим всем, что у меня, ну, появилось внутри. Выросла, так скажем, и дальше он уже будет с этим работать. А работать ему сейчас тоже не с чем. Внутри уже небольшая стагнация. Есть, конечно, плюсы, что можно поработать над отношениями, еще их как-то улучшить, но они уже так улучшены на максимуме, так что я хочу заняться собой и своими приколами, так скажем. Раздражает ли тебя то, что я выпиваю? Да. Прям сильно, да. Правда. Именно какой-то конкретной тяги к алкоголю у меня никогда нет. Я могу пить как бы очень много, могу пить неделю, к примеру, если у меня настроение позволяет, но я никогда не обхмеляюсь. То есть для меня это... Я выхожу сам из этого состояния, но вот с Аней это было прям такими моментами очень серьезными. Я очень переживал, ей становилось плохо, мне приходилось вызывать капельницы, я на этом выстраивал... Ну, назовем запой. Да, я хотел, чтобы этого не было, потому что мне было трудно. И я очень долго принимал, я думал, как мне пойти. И я все-таки решил, что, в принципе, алкоголь мне какого-то конкретного ущерба не наносит, если я не перепиваю. И чтобы наладить отношения и убрать конфликты, которые могут возникнуть на почве вот ее пьянства, я все-таки решил выпить, допустим, с ней там эту бутылку вина вечером, чтобы она выпила меньше, но при этом не было никакого конфликта подпозже. Так называется не бороться, а возглавить. Ну да, да, то есть я как бы я попытался бороться, у меня не получилось, правда. И это наносило огромный вред нашим отношениям. Я решил как бы вот, ну да, вот как бы возглавить. Ну сейчас это помогает? Я думаю, что да, после этого вот именно какие-то огромные такие стычки, они пропали. Ну бывает, я прям... теряю голову, особенно если я с друзьями, и как бы мы в общей компании, я бывает какой-то панк, знаете, вот я люблю вот эту вот разрушительную штуку, бывает у меня прям такое настроение, я напиваюсь прям в мат. Я один раз домой бомжа привел. Вот, как бы. Потому что все отказывались пить? Нет, просто потому что такой вайб был. Вот у меня сначала одного бомжа, потом там второй поднимается, потом там еще какой-то третий мужик был, это был ужас вообще. Ну, то есть я еще как бы вот такими людьми, я этим не горжусь, но это, знаете, какая-то постирония, я получал удовольствие, издеваясь над ними. Вот когда я пьяный, мне это очень не нравится, это бывает, приводит какие-то штуки, но я это не контролирую. То есть я делаю вид, что мне очень интересно с ними общаться, а по факту, ну, их жизнь это просто полный отстой. У тебя, в твоем детстве, тебя кто больше контролировал? Ну, папа был такой, типа, более строгий. Подавлял тебя отец когда-нибудь? Подавлял, да, подавлял мои мечты, желания. Хоть мы и немного, как бы, общались, да, в связи с тем, что у него такая жизнь была очень...
Нет, это я бы тебе просто объяснил, почему ты это, именно этот поступок сделал. Это одна из подавляющих форм. То есть, когда ты уходишь в унижение себя настолько сильно, то есть, ну, ты через внутренний диалог все с собой ведешь, я по тебе вижу. То есть, ты накапливаешь, что ты переживаешь. У тебя очень чувствительный еще настроен, как сказать, сенсор внутренний, который контролирует тебя, да, где ты находишься, выше, ниже. Любое слово, сказанное в твою сторону, оно может либо поднять, либо опустить. Любое слово, которое ты слышишь, оно в действительности себя поднимает или опускает. И ты находишься где-то в серединке всегда, вот ты контролируешь этот баланс. Если ты чуть выше поднялся, думаешь, о, завтра можно отдохнуть, посидеть, посмотреть сериал или что сможешь, да, то есть видео, поиграть в игру, и опускаешься вниз. Опускаешься вниз, о, надо что-то поделать. Поднимаешь себя выше. Uh-huh. И если этот балансир падает очень сильно низко вниз, тебе надо найти еще более низкую нишу. А это люди, которых ты привел. Можно над ними поиздеваться, можно показать свою доминацию, и это тебе поможет заработать лишние очки, чтобы выйти обратно в... Ну, конкретно для себя. Да, для себя. Uh-huh. Только для себя. Бывало ли так, что тебе не нравилось и не хотелось пить с Аней? Да. Ты это знала? Да. Uh-huh. Ты его заставляла пить? Да. Воронка? Горло? Руки связаны, нет? Это правда. А, ты себя как-то через заставление подобного характера оправдываешь? Мне скучно просто одной пить. Угу. Бывает. Но в то же время я иногда люблю одна выпить. А у тебя, кстати, по алкоголю, тебе прям, прям очень тяжелая тема для тебя, да? Ну, да. Я ее здесь не вывезу за такой короткий промежуток. А ты когда-то обращалась за психологической помощью в этом направлении? Да. У меня нарколог был. И психотерапевт был. Было раньше все намного хуже. Сейчас уже получше ситуация. А почему алкоголь, как ты думаешь? Ну, потому что я на самом деле очень много... Я с 17 лет употребляла наркотики. И у меня вот как замена идет, мне кажется. На самом деле тяжело, конечно, признаться в этом, но это правда. Ну, правда, я запойная. Но у меня такие запои немножко не такие, как прям алкоголиков. Я могу остановиться в любой момент, типа, но если я затяну с этим запоем, прям, то есть я каждый день, каждый вечер пью, бывает такое, что я уже просыпаюсь, и я понимаю, что мне уже плохо, и я уже хочу остановиться, а я не могу, потому что у меня физически мне тяжело. Похмелье, и вот этот вот похмелье, и надо срочно выпить быстрее, чтобы получше стало, и тебе становится лучше, но ты даже не выглядишь как пьяная, ты просто как бы, ну... в себя пришла. По поводу того, хотел бы я, чтобы Аня бросила пить, я все-таки, наверное, скажу, что нет, но я бы хотел, чтобы это было контролируемо, чтобы это не формировало срывы, когда она пропадает, когда ее нет, когда мне приходится ее вытаскивать и потом приводить в чувство, потому что даже вернемся к тому, что она хочет проводить больше времени там отдельно или с друзьями, им весело, им прикольно, а привожу ее в состояние я, и я разбираюсь с этими проблемами. Угу. Как ты думаешь, я больше все-таки летаю в облаках или делаю конкретные какие-то действия? То есть они более как-то в голове или все-таки я их осуществляю? Ну, я думаю, да, ты больше летаешь в облаках все-таки. Да, это правда. А к полезным действиям. Что считается полезными действиями? Как ты считаешь, почему он летает в облаках? Ну, вот мы сейчас над этим работаем. Больше помогать, например, даже по дому с чем-то, там, например, если что-то сломалось, или там в химчистку что-то отвезти, еще что-то. Вот такого бы хотелось действий побольше. А в основном в телефоне, типа, время мы проводим, да, Матвей? Да. Мы проводим, да, Матвей? Нет, она имеет... Что она не проводит, правда, она не трогает телефон, а у меня, к сожалению, там очень много всего. Да, и самое интересное, ты говоришь... Да, у меня зависимость от шорцев. Ты еще самое интересное, ты так задал вопрос, как будто ты говоришь, что ты что-то свое развиваешь, творческое направление или еще что-то. Вот об этом я все время думаю, и вот по своему творческому я все-таки летаю в облаках именно, а которое творчество больше связано с Аней, там больше конкретики. Нет, твое творчество в чем заключается? Вот твой уголок. Ну, музыка, как бы я очень музыку люблю. Он очень много музыки слушает. Очень. Ты хотел бы в этом развиться? Да, конечно, но у меня есть определенные какие-то стоп-краны, я не понимаю, с чем они связаны, да. Хотя я думаю, что я бы мог. Вот оно. Где зарыто.
Если бы был такой проект Матвей, да, музыкальный, ну, возможно, у меня был бы другой никнейм, все-таки Матвей бы делал примерно ту же самую музыку, да, потому что какие-то свои наработки, какие-то свои идеи, которые я вынашивал для себя и для своего какого-то старта, я использовал для Ани, вот. И поэтому я думаю, что у меня должно все получиться, потому что я отработал эту модель на Ане. Ну, а вот я бы хотел еще добавить по поводу того, что ты сказала, что вот я не помогаю, но на самом деле я очень много один убираюсь дома. Ну да. Это правда. Прям могу убрать всю квартиру. Не очень качественно, но... Ну, главное же... Ань, а как ты считаешь, ты в чем-нибудь Матвея блокируешь? Ну, наверное, да, блокирую. Как ты считаешь, много в тебе этого? Наверное, да. А блокирует она меня обычно в Телеграме и в телефоне. А в какой форме? В чем блокируешь? Наверное, как-то эмоционально блокирую. То есть подавляешь его? Ну, возможно. Может быть, как-то где-то не то говорю, как-то не так себя веду, пытаюсь все на себя взять. Почему? Хотя нужно больше давать ему, наверное, свободы как в каких-то думаешь, действиях. Почему? Блин, не знаю, люблю все контролировать очень тоже. Если он будет успешнее тебя, как будешь к этому относиться? О, я буду счастлива. Я буду дома сидеть и заниматься своими делами. Я действительно делаю больше, чем он. Это касается и домашних дел, и каких-то рабочих моментов. Но хочу сказать одно «но», что иногда у него бывают такие моменты, когда он тоже подключается, и он действительно начинает себя очень много отдавать всему этому процессу, но потом он опять как будто бы на спад идет. И вот у него то прикольно, то не прикольно ему. По настроению как будто бы он действует. Хочу, не хочу, вот так вот. Но я считаю, что он, правда, очень много времени проводит в телефоне, очень много. А почему ты никак не мешал тому, что я попала в психушку? Ну, наверное, потому что мы были очень-очень пьяные. Я до конца не понимал, что происходит. То есть какие-то мои попытки прекратить вот это давление со стороны полиции и, соответственно, как-то медиков, они никак не реагировали. Да, и после одного моего конфликта с медиком меня заковали в наручники и увезли в КПЗ, так же, как тебя увезли в отрезвитель. Но когда я была в отрезвителе, ты отвлекся на парня какого-то, и меня увезли из-за этого. Сказал? А ты бы мог бы меня встретить, когда я выходила из больницы, чтобы меня уже не повезли напрямую в психушку? Ну, во-первых, тебя бы 100% повезли, потому что ты подписала бумагу. Я подписала ее там уже. Ты сама этого мальчика... Блин, как-то мне не нравится моя интонация. В общем, просто сам пик, типа, я освободился из этого КПЗ, да, очень поздно, где-то в 4 часа дня, хотя меня закрыли где-то в 5. Я сразу же оделся, пошел в эту больницу, и я зашел в этот покой, вот где ты была, и сидит парень со сломанной ногой, у него ни паспорта, ничего, он вообще из другого города, и он говорит: «О, ты мне поможешь, мне Аня сказала». И я тоже, вот, как мы уже говорили, я не люблю помогать. Мне пришлось ему помочь, потому что у него ни телефона, ничего нет. И как бы, да, я отвлекся, типа. Но я не думаю, что если бы я не отвлекся, то мне бы удалось тебя оттуда вытащить, потому что они были очень серьезно настроены отправить тебя туда, куда они тебя отправили. Давай тогда такой момент. Как ты считаешь, это событие положительно повлияло в дальнейшем на Аню? Да. Это правда. Вот если бы этот случай сейчас повторился бы еще раз, ты бы этому препятствовал? Да. То есть ты считаешь случай правильным, но ты бы сейчас препятствовал? Я и тогда препятствовал. Вот сколько было вот у моих сил, эта ситуация послужила для нее уроком очень серьезным. Она иногда сильно заигрывается с эмоциями, да, она отдает себя полностью им. И вот из-за этого она оказалась в этом месте. Но я считаю, что он повлиял очень положительно, что она поняла, что может быть, да, потому что вообще по их плану она должна была там находиться очень длительное время, чуть ли не 3 месяца. Она побыла там как на экскурсии 3 дня. Очень тяжело эти дни давались, но, к сожалению, как я сказал ранее, это было полезным уроком для Ани, чтобы она поняла, к чему ее эмоциональные всплески могут привести. Мне ее было очень жаль, мне было очень плохо. Я каждый день на протяжении вот этих 3 дней приезжал туда, я вызывал полицию туда, потому что мне так сказал сделать юрист. Я всеми силами пытался ее вытащить, но этот опыт ей был необходим, чтобы она поняла, что она в какие-то моменты
да, в пьяные моменты заигрывается и со своей жизнью, да, к примеру, сесть на окно, но это тоже, да, и кричать, что ты сейчас прыгнешь, мне кажется, это очень жестко, и она не должна так делать, потому что ее жизнь очень ценна. Блин, жестокий у тебя ответ, конечно, очень. Но эта же ситуация помогла тебе на самом деле. Ну, осознать кое-что. Подожди, подожди, с ней, да. Ну да, да, помогла. Но не таким путем. Ну, мне кажется, по-другому можно было бы как-то это решить все-таки. Ну, договориться просто с врачами, а не так уже. Но это же не мое решение было. Это же не я им сказал, забирайте ее. Они уже начали просто... У них был, во-первых, вызов. Они бы не могли поступить по-другому. У них отчетность идет. А что вдруг вообще такое решение было принято и кем? Соседкой, да. То есть там мы были на вечеринке. На мексиканской. Просто, приехали домой? Просто, да, мы приехали домой, и Аня начала, ну, чудить, типа. В целом, ты вообще рада, что подобный урок у тебя в жизни произошел? Ну, на самом деле, да, я рада, но то, как этот урок происходил, это вообще ужасно. Типа, вспоминать об этом очень страшно. Это там очень страшно. То есть приходить в себя – это не то место, которое бы хотелось бы, да? Конечно, там, ну, даже плакать нельзя, потому что если ты будешь плакать, то... Успокоительно. Что-нибудь сделаю, да, тебе. И приходилось все время вот так вот, типа, на страже быть. Видишь, тут именно ответ произошел, который был для тебя неожидан со стороны Матвея. Возможно, твое состояние, оно уже требовало какого-нибудь подобного вмешательства. Поэтому, может быть, и не было никаких действий, направленных в ту сторону. Возможно, это было каким-то очень важным и переломным моментом в твоей жизни. Ну да, это как раз-таки тот момент, когда я бросила все, типа все наркотики. И если все это вернуть в начальное русло, как ты считаешь, они в чем-то виноваты? Все равно, да, я считаю виноватыми их, но я понимаю, что выбора, наверное, у них не было. Ну, моя какая-то там часть понимает, а мой внутренний ребенок, он обижается. Да, ну потому что там были какие-то страдания. И ты считаешь, что ты, ну, как бы не была и не есть, да, на данный момент тем человеком, который этого достоин или которым нужно это было бы обратить. Давай уберем это эмоциональное состояние в виде страданий. Допустим, ты туда попал, а у вас там шестиразовое питание, веселись, делай все, что угодно, кроме там алкоголя и запрещенных веществ. А если бы ты в такой момент попала, место в такое, удить, смотри телевизор, тебе там массаж будут делать, я не знаю, хамам ходи, да все что угодно. Были бы они виноваты, если бы ты попала в такое место? Да. Тут уже с улыбкой, да? Тут уже было бы наоборот. Ребят, не вытаскивайте меня, пожалуйста. Да. Внутри было ужасно. Во-первых, очень много девочек больных там было, очень много. Они все реально действительно очень больны. У одной шизофрения, другая просто кричит, типа треть. Ну, типа, плохие кровати, плохие подушки, нету сладостей, нету еды, я вообще там не ела ничего, потому что, ну, кормят пресной едой специально, это как бы тоже часть лечения. Пресная еда, нету сладостей, нету... Невозможно показать свою эмоцию, потому что тебе сразу же за нее предъявят. И тяжело там очень находиться, это ужасное место, которое мне до сих пор в кошмарах снится. Очень важно, я хочу отметить, на тот момент, в каком эмоциональном состоянии ты находишься в получении негативного опыта, эмоционального негативного. Потому что человек иногда не способен самостоятельно взять на себя же ответственность того, чего происходит вокруг, или то, что привело к данному эмоциональному состоянию. И ему очень важно переложить кусочек этого эмоционального блока кому-то. И здесь в основном показывание пальцем на второго человека – это снижение своего уровня ответственности, поэтому и эмоционального переживания. Поэтому кто виноват, что ты там оказалась? Ну, я сама, конечно же. Вот и все. Да, если там взять точку. По итогу я считаю, что Матвей сделал правильно, что мне не помог. Я уже не обижаюсь на него из-за этого. Моя ревность мешает тебе развиваться. Ну да. Мешает. Правда. Ну, я думаю, она всем мешает. Знаешь, так интересно, вопрос, который Матвей иногда задает, он с вопросительной интонацией, а с некоторой он как уже готовый итог. Наверное, потому что я знаю ответ. Да, вот он, видишь, он знает ответ. В чем ответ? Да блин, мы с вами уже это обсуждали по поводу, вот когда она ходит, да, и там... Ну, мне просто не нравятся некоторые люди, они меня прям раздражают. То есть они вообще не достойны быть рядом, я считаю, что это правда. И они как бы там не целенаправленно, они такие залетные, типа. И они пытаются там... Ну, много людей на самом деле считают, что я недостоин как бы быть рядом.
Давай тогда такой момент. А у нас был один из вопросов, что если бы не было у вас взаимодействия рабочего, то и не было бы отношений. Аня, а ты когда-нибудь видела, чтобы ревность Матвея мешала тебе в каком-то развитии? Ну да, конечно. А когда это было? Есть какой-нибудь конкретный пример? Иногда, ну, был такой момент, когда Матвей не отпускал меня на студию с пацанами записывать музыку, потому что мы уже просто не записывали, а просто тусили, типа, на студии. Угу. Вот, и мальчик, чья это студия, он даже дал пароль Матвею от камеры, и Матвей следил за мной через камеру. Чтоб работа шла, потому что, как бы, если ты едешь на студию, ты должна работать, а не... Опять у тебя чувство ревности впереди планеты всей. Ну, пускай. Я не скрываю этого. Ладно, хорошо. То есть ты следил не чтобы она работала, а чтобы там не было каких-либо других крайностей? Ну, это тоже. Ну, потому что они там были, да, такие тусовочные моменты, как бы там ничего такого криминального, да, но они... А почему ты не с ними в студии был? А потому что у меня есть по поводу этой студии, и именно к этим ребятам я к ним хорошо отношусь. Они в какой-то момент не послушали мои советы, и я их просто как бы... отстранил. И не хочу с ними иметь никаких дел. Но я надеюсь, зрители не подумают, что я какой-то слишком... тираничен. А давай так, когда она приехала после этих съемок, у вас был диалог? После записи? Да. Да? Да. Неприятно? Да нет. Нет, это были какие-то шутки, типа, о, лучше смотрел, да, посмотрел. Передачи все сделали акцент на то, что я очень ревнивый, но все-таки я считаю, что мы оба ревнивые, но... Есть одно «но». Мы начали уже давно над этим работать, и если бы мы не начали над этим работать, я думаю, мы бы вряд ли были вместе. Тебя смущает наша разница в возрасте? Если да, то почему? Да. Кстати, я правдивый. Прям как будто ты много об этом думала, даже, может, с кем-то разговаривала, да? Да, конечно. Какая разница, большая? 4 года. Мне 28, а Матвею 24. А что смущает? Я думаю, что если бы у Матвея было бы даже 28, он бы немножко по-другому себя вел, и у него были бы другие ценности в жизни, цели уже какие-то были бы. Все-таки в силу возраста он себя так ведет, и мне приходится тоже, типа, быть такой, что ли, тоже 24-летней, хотя я чувствую себя очень взрослой, очень взрослой. Сейчас объясню, когда ты об этом говоришь. Одна из реакций сейчас у Матвея – это очень дикое смущение из-за этого. Он прямо съежился внутри, прям так, как будто его там преподаватель там, да, по математике за что-то отчитывает. Как ты считаешь, тебе в чем-то приходится тянуть Матвея? Да. Угу. А в чем? Ну, в работе, в домашних делах каких-то. Но иногда он тоже инициативу проявляет, на самом деле, вот за эти 4... Если вот не рабочие, я чуть-чуть перебью, если не про работу, а вот про все остальное, про отношения ваши. Считаешь ли ты, что ты где-то глубже видишь ваши отношения? Ну да, конечно. Как ты считаешь, это может привести в дальнейшем к каким-то проблемам? Я думаю, нет. Тут просто надо смириться и ждать. А проблема сейчас, она есть. А потом-то ее уже не будет. Из-за возраста, я имею в виду. Да, из-за возраста. Я думаю, еще может все-таки не смириться, а просто работать и обсуждать это. Да. Но это же как бы биология твоя, ты же не можешь... Нет, мне просто кажется, что именно само слово «смириться», оно сюда не очень как-то так... Как будто, знаешь, типа так, а ладно. Она, наверное, говорит о том, что в силу, может быть, возрастных форм мышления, а это может быть и биологическая форма, и где-то надо нагуляться, где-то надо натусить, где-то надо подчеркнуть свою значимость. И вот к какому-то возрасту ты приходишь к тому, что ну, я свою значимость уже подчеркнул за счет там, сепарации, взятия на себя ответственности, и ты созреваешь как личность, может быть, чуть раньше, чем человек, который ну, там, на 4, на 10, на 20 лет старше, младше, в принципе, неважно. Люди бывают позже приходят, бывают раньше. Но возраст иногда существенно ну, оказывает именно то влияние, то понимание о том, что вот один к чему-то пришел, другой еще к этому не пришел, ему нужно время. Это, естественно, нормальные процессы. Поэтому она говорит, ну, как бы смириться и подождать, пока человек дойдет до того же процесса. Ты, наверное, об этом, да? Да. Все, спасибо. То есть не смириться с тем, что человек там испорченный в этом. А, ну, я просто не понял тогда. Да. Спасибо. Поэтому чуть-чуть расшифровываю. А у тебя изначально, когда она говорила, к примеру, всю эту историю, у нее прям сердце вниз упало, она боялась тебя как-то задеть, оскорбить. Очень чувствую. Но при этом ответила все достаточно открыто. Молодец. Спасибо. Меня раздражает наша разница в возрасте, потому что я сама погружаюсь в свою молодость, и мне бы не хотелось очень. Я очень хочу взрослеть, и взрослеть очень активно. Дело не только в том, что я чудила в молодости, а дело просто в том, что
я чувствую себя другой, внутри меня другой человек живет. Серьезный, рассудительный, здравый. Мне нравится, что у меня более доминантная позиция. И я очень часто ему говорю, я человек, который прожил больше, чем ты. Пусть это больше на 4 года, так что слушай меня и уважай старших вообще. Наша разница в возрасте меня не смущает, потому что все-таки мы встретились и мы уже продолжительное время вместе. Мы вместе взрослеем, мы вместе ошибаемся, мы вместе радуемся. И все-таки в каких-то моментах я все равно считаю, что ментально я более взрослее, чем Аня. А в каких-то она. Поэтому это как дополнение друг к другу. Так в целом у него есть в действительности очень сильные привязки к некоторым людям. Это мужчины в основном? Ну, друзья, да. Я вообще практически не общаюсь как бы с девушками. Угу. То есть, ну, из девушек только... Нет, с кем из ее компании? А, из ее? Ну, у нас общая компания на самом деле, типа, по большей части. Но бывает, с кем-то она общается больше. Ну, вот есть один человек, да, к которому у меня большая привязанность. Это Илья. Это изначально ее друг, но мы нашли очень такой большой коннект. Так спрашивают про мои привязанности. Да. Почему? Ой, какие нарушить бы? Что, какие привязанности с моим каким-то другом ты хочешь? Ой, да я... Да просто общение мне. Иногда я считаю, что эти люди вообще не несут никакой пользы, типа. Угу. То есть это просто какое-то развлечение. А развлекаться не все же люди должны пользу какую-то нести. Ну, погоди, типа. Какую-то я все-таки считаю, что общение должно нести в любом случае пользу. Неважно, это просто вы тусуетесь или что-то. Главное, чтобы была какая-то польза. Если знаешь, человек тянет, что здесь звонит за колокольчик? Ревность. Да. Я просто как-то не понял, короче, я слишком опять в себя ушел. Да, ты уже, да, ты очень много в себя уходишь. Да, ты, да, да. Мы очень много о тебе говорим, заметь, типа. Потому что мы туда копнулись очень сильно. Ты сейчас туда провалился, у тебя идет одна из форм защиты. Опять уход возможно, в себя. Да. У тебя отключаются уши. Ты говоришь, все, неинтересная компания, все, идите. А, тем более, когда ты в компании чувствуешь, что ты подавлен или начинаешь себя сравнивать с другими, что кто-то лучше, mm-hmm. этот человек автоматически становится плохим. Мне кажется, что это неправильно указывать ни с кем не стоит общаться, а с кем нет, потому что сам он решает то, что хочет. Ну, решает, с кем хочет общаться, а с кем нет. Когда Аня общается с кем-то, я не думаю, что ей лучше, чем со мной. Мы просто так друг друга сами загнали в эту ловушку, что мы уже на протяжении 5 лет практически находимся каждый день рядом вместе. Мы друг к другу привыкли. И когда даже я ухожу или она уходит, хочется поскорее вернуться, да? И неважно, там, рабочие моменты, дружеские, как бы, это тоже какая-то уже психологическая такая, как, ну, штука, травма, да, к примеру, что мы друг друга вот так приучили. Ты боишься меня? Да. Очень страшный человек, Матвей. Да, есть боязнь, но как будто физическая боязнь. Да. Был какой-то физический контакт, не правда? Да, Матвей кулакастый. К сожалению, да, но это все связано все-таки с измененным и расшатанной психикой. Ну и... Твоей ее? Нашей общей. И хотелось бы тоже как-то, ну, не знаю, ладно, все равно, но это больше было не то, что я пришел, так стукнул, и где моя водка, да? Это больше был как такой бой в поп ММА, то есть это как бы я тоже получал от Ани в ответ, а бывает и первый. А как ты считаешь, ты приходишь в эмоциональное вот это состояние, потому что что-то делает Аня не так? Ну, то есть происходит какое-то событие или случай, на который ты реагируешь, или ты что-то не принимаешь в себе? Все-таки я думаю, что и в обоих этих вопросах, которые вы задали, про меня лично и про Аню, я все-таки думаю, что будет да и там, и там. И бывает это как бы как две таких, ну, две лавины, они вместе, и происходит прям уже глобальное. Смотри, это правда. Но давай тогда так задам тебе вопрос, чтобы мы еще более точечно ушли. Бывало ли так, что ты проявлял, допустим, какую-то агрессию к Ане, четко понимая, что проблема по-настоящему в тебе, и что ты можешь к чему-то не принять, или ты не готов принимать что-то в себе, накапливаешь это, и в конечном итоге выходит это к Ане? Я думаю, да. Правда? Но вот этот очень главный момент был. Хочу сделать помарку, что это было давно, сейчас уже
таких стычек нету. Я больше не про стычки, а про состояние. А, про состояние. Про мое эмоциональное. Mm-hmm. Да, эмоциональное состояние. Именно что является основой. Вот видишь, mm-hmm. то, что ты говоришь давно, к примеру, это было, mm-hmm. это его созревание, рост, может быть, он понимает, что это не совсем вариант, которым нужно пользоваться, mm-hmm. да, то есть там идти кулаками или, mm-hmm. или как-то. Но эмоциональное состояние у него сохранилось. А я потом mm-hmm. скажу, почему у него даже кулаки ушли. Mm-hmm. А давно было последний раз? Вот, буквально за пару минут до съемки. Да, да, да. А почему боишься? Ну, потому что боюсь, что перепьет, там еще что-нибудь случится. А у тебя прям триггер, смотрю. Не да. по нему, а по кому другому? Нет, по Матвею. А тебя кто-то еще бил, кроме Матвея? Сломал ну, тебе пальцы. А, да, мой бывший парень мне палец на ноге сломал. Mm-hmm. Но он тоже в измененном сознании был. И тут тоже были кулаки только в измененном состоянии? Нет. Ну, мне кажется, да. Ну, и да, и нет. Как бы когда там... отказываешься от ну, это в тот период. Да, 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 да. Ну, там да. Наверное, очень жаль, что вскрылась та информация, что она боится меня до сих пор. Но я думаю, что это все равно более продиктовано эмоциями, которые она испытывала. И в любом случае осадок это большой оставляет. Но ну, никто же не спросил меня, боюсь ли я Аню. А еще я бы хотел добавить по поводу, почему я считаю, что она боится, потому mm-hmm. что мы наносили очень такие серьезные травмы друг другу. Mm-hmm. Прям вот можно заметить даже вот по моей руке, например. То есть это... Татушки? Нет, по шраму вот. Mm-hmm. То есть это очень такой серьезный момент. Ну, много шрамов на самом деле, что у него, что у меня. Mm-hmm. То есть это как кошка с собакой? Ну, было как так, кошка, да. Как кошка с кошкой. Мы все-таки больше кошатники. Ну да. Ну ладно, больше травм никаких не наносите? Нет. Mm-hmm. Слава богу. А приятно было наносить травмы? Нет. Страшно, на самом деле. Да, страшно потом, типа, это все видеть, это вообще ужас. Это правда, и да, конечно, правда. Мне даже сны снились, что я убиваю, типа, человека от этого. А боялись убить друг друга? Ты в этот момент, когда это происходило, ты не понимала. Ну, я не понимала. Состояние эффекта. Да, состояние эффекта. Угу. И сны согласен. Очень жуткие, на самом деле, снились, но я реально боюсь, типа. Угу. Это все под измененным состоянием? Да. Угу. Это скорее не под измененным состоянием, ну, а после него. После, да. А в данный момент у вас просто организм начинает балансировать гормональную историю, угу. Всю, и тот недостаток, который был, он пытается его сбалансировать. И, естественно, угу. будет нестабильное состояние, оно может быть очень измененным. Апатия, все прочее. Все что угодно, да. Так то есть в зависимости от тех веществ, которые были, потому что они нарушают именно гормональную историю реагирования вашего тела. И вы можете не контролировать не только свое тело, но еще и свой разум, мышление. Да, да. Да. Это очень тяжело. Это как? Очень тяжело. Наверное, многие... Современные женщины, девушки заострят особое внимание на теме того, что я поднимал руку, потому что вы так любите вешать на всех ярлык абьюзер. Но, к сожалению, я не считаю себя абьюзером, потому что все-таки абьюзер — это немного другой человек. А то, что происходило, мне за это очень стыдно, и я уже 1000 раз пожалел, что я это сделал. К сожалению, я видел это в детстве и подсознательно, и не совсем, наверное, понимая в состоянии какого-то аффекта, я эти поступки совершал, но их я уже давно не совершаю, и я очень сильно раскаиваюсь перед Аней, что такое происходило. И прошу заметить, что я это делал и в измененном состоянии. Не всегда, но бывало так, что Аня меня специально выводила на вот эти вот эмоции. То есть я не считаю ее ни в чем виноватой, это только моя вина, и я эту проблему мы проработали. И этого больше никогда не повторится. Я сейчас сдуваю с нее пылинки. Ты был бы со мной, если бы я не была популярной? Я думаю, да. В целом, зачту правду. Но были, опять же, некие звоночки, которые очень тяжелые. Ты об этом вообще думал? Я думал, да, но я не могу как бы... Во-первых, как-то это представить, потому что она уже была популярной, когда mm-hmm. мы начали встречаться. Для тебя является важным ее популярность для ваших отношений? Ну да, я просто хочу говорить правду, и, наверное, mm-hmm. да, типа. А почему а я не я могу я скажу, ответить? Почему, мне кажется. Я вот сейчас просто вспоминала все. И мне кажется, что когда мы только познакомились, у меня не особо как бы было много денег. Они mm-hmm. были, вот, но мы поняли, что если я буду зарабатывать еще больше, мы сможем позволить себе больше, мы сможем позволить себе лучшие условия. И поэтому вот это вот все и началось, типа, отчасти. Ну, допустим, если вдруг она перестает быть популярной, вот в конкретном случае сейчас? Да, сейчас. Я думаю, что ничего Матвей будет искать работу. Матвей будет искать работу, да. Ну ладно. Либо становиться... Мы будем питаться воспоминаниями. Самое интересное, как ты ответила, это правда.
Да. Я очень рада, что если бы я не была бы популярной, он бы был со мной. Но я очень рада, что мы живем в этом мире, где я такая, какая я есть, и он рядом. На этом интересном вопросе мы завершаем белый раунд. Ну, сейчас будет жестче, да, что-то? Нет, у нас нет преследования здесь задавать какие-то вопросы жестче или не жестче. Да? Угу. То есть у нас здесь настроить с вами диалог, коннект, угу. контакты друг с другом, чтобы вы понимали, что есть еще некоторые формы общения по-другому. Угу. Есть, вот, как говорится, заученные тропки, по ним люди ходят и думают, ну вот, скорее всего... Да, мы обсудили все, а на самом деле нет. Угу. Да, а по-настоящему можно обходить очень большие камни, рубежи, не убирая эту проблему в целом. Угу. В целом мне очень нравится то, что сейчас происходит. Угу, мне тоже. В следующем синем раунде вопросы вам уже будут задавать ваши близкие друзья, родственники. И они будут задавать вопросы, которые им интересны, как угу. взгляд со стороны, так угу. называемый. Итак, мы завершили белый раунд и переходим в синий раунд. Ребят, привет! У меня к вам есть пару вопросов. Скажите, пожалуйста, не является ли для вас проблемой шопоголизм Ани? Матвей, а ты вообще знаешь, сколько пар обуви у Ани? Заранее благодарю вас за ответ. Обнимаю. Это Ася. Моя подруга лучшая. Да. Первый вопрос. Ты знаешь, сколько пар обуви? Я могу просто считать. Я могу сделать это? Получается, большие... Ну, приблизительно сколько? Ну, короче, штук 10. Штук 10. Даже, может, больше. Угу. Больше 10? Больше 10, мне кажется. Да, ну больше 10. Нет, не нет. больше 20. Не больше 15. Да это не так могло, много. Я же думал, что сейчас скажут 100. Нет, ну там конкретно как бы, да, такая обувь. Ладно, а ты считаешь, что у нее есть шопоголизм? Да. Напрягает тебе это? Порой бывает, да. Порой? Ну, порой я тебе засчитаю как неправду. Ну ладно, давайте да. Да, вот да, вот так правда. Ты вообще считаешь, что у тебя есть шопоголизм? Да, мне бывает такое, что я иду, и я скупаю все, потом я прихожу домой, мне становится очень жалко и обидно, типа, что в никуда деньги ушли. Я могу просто пояснить, почему мне это бесит, потому что порой она покупает реально очень много вещей, и они просто лежат, и она даже их не надевает ни разу. Вот это мне бесит. Это как-то мешает чему-то еще? Накоплению денег, наверное, мешает. А вы под что-то копите? Копим, конечно. На что-то определенное конкретное? На отдых, на какие-то поездки, на... У нас как бы написание музыки, оно очень еще не только музыку надо написать, нужно же еще сделать картинку, и работа именно визуальная бывает стоит дороже, чем записать... Каждый о своем, песни. Да? Угу. Так, говорит, про отдых, там еще что-то. Нет, музыку, ну, вы нет. знаете, это тоже... Нет, надо... ну отдых, правда, и всякие какие-то штуки, но в основном нужны как бы деньги на это. Каждый о своем, да, я понял, ну ладно, хорошо. А есть какие-нибудь вещи или твои покупки, которые ты скрываешь от Матвея? Это тяжело сделать. На данный момент есть ли вещи, о которых он не знает? Недавно это было. Ты купила Симбу. А, кошку, да. Я купила кошку. У нас просто их как бы и так было две уже взрослых. И он очень долго допытывал, сколько она стоит. А, сколько стоит? 30 тысяч. И я ее спрашиваю, типа, Ань, за сколько ты купила? Она такая, за 5. Я говорю, точно за 5? Она говорит, за 10. Я говорю, точно за 10? Она говорит, за 15. Ладно, говорит, 20. А тебе по-настоящему важно было, за сколько она взяла? Да нет, мне просто было обидно, что она со мной не обговорила этот момент. Колокольчик. Каком над Матвеем у нас колокольчик висит? Ревность. Он ревнует мне кошки. Нет, это не что? Ревность. К действиям без него. А, нет, ну просто мы как бы кошатники, я очень люблю кошек, и было бы мне приятнее, если бы мы вместе выбрали кошку. Ну мы выбирали, ты отказывался от покупки. Я решил. Задавала Ася как раз этот вопрос. Бесит ли его шопоголизм твой вообще в целом? То я здесь вижу, здесь не в деньгах дело вообще в целом. Да, деньги, они как бы нужны на развитие, на хорошую картинку и так далее подобное. Но этот вопрос закрывается, потому что деньги еще могут где-то уходить и без этого. Либо вы можете, если что, их там заработать больше, компенсировать. Не вопрос денег. Здесь вопрос больше о том, где он во все это включен. Ай, мать, привет. А, по благу понятно. А что там с детьми? Из вас хорошие родители будут? Вот вы так уже будете идти и рыдать? Или все будет отлично? Ну, привет, Боря. 100 лет стыдим. Блин, я очень хочу детей, но для того, чтобы я была уверена в том, что ребенку будет где расти, вот, мы сейчас как раз-таки занимаемся этим вопросом квартирным, так скажем. Вот.
нужно... Знаешь, что я увидела, что не в этом дело? Ну да, наверное. Но я боюсь, что я, наверное, буду сама все делать. Давайте засчитай это уже как ответ на тебе неправду. Угу. Блин, тогда я не знаю. Ты настолько себя почувствовала дискомфортно. Вот я не знаю, Матвей, ты заметил, как она задергалась на месте, прямо как на электрическом стуле? Угу. Тебе стало некомфортно при диалоге с самой собой. Ты прям в себя здесь. Это первый раз, когда ты ушла очень глубоко в себя. Угу. Подсознательно ушла, ты ненамеренно ушла. Угу. Как ты считаешь, ты будешь хорошей мамой? А, такой вопрос. Вы хорошими будете родителями? Я сомневаюсь. Да, в ком? Ну, в себе. Почему? Есть такие передачи. Ты боишься, что тебя осудят? Ну, я боюсь, я не боюсь, что осудят, я боюсь, что у меня будет такая же ситуация. Что-то не додать, может быть. Ну, не только не додать, а может быть, я буду занята чем-то очень сильно, или я буду тусоваться, а ребенок будет один. Ты боишься быть плохой мамой? Ну, конечно, да, 100%. От детей хочешь? Хочу. Вот но это боюсь. Правда. Это правда. Матвей? Так интересно, подожди, давай, ну. Так. Наверное, не готов все-таки. Это правда. А почему? Ну, я боюсь, типа, не того, что там что-то. Я именно боюсь, что я не справлюсь, типа. Ну, с этой ответственностью. Это же очень большая ответственность. А я не до конца увидел нормальные отношения именно в детстве между родителями. Я боюсь, что у меня будет такая же штука. Именно боюсь быть похожим на отца, наверное. Боишься потом уйти? Но он не ушел, типа, он просто... Нет, ты боишься потом уйти? Да нет, я не думаю, что я уйду. Боишься, что тебя выгонят? Нет, не это. Я боюсь своего поведения... К ребенку? Да. Неправильного. А как ты считаешь, он будет хорошим отцом? Я думаю, он будет очень хорошим отцом, на самом деле. Очень. Я просто переживаю, правда. А она за тебя уверена больше, чем ты за себя. И в целом у тебя видно, что... Да, то, что ты рассказала, это и есть проблема. Но знаешь, какую я у тебя увидел еще одну? Допустим, ты завтра стал реализованным в том, что ты хочешь. Mm-hmm. Музыка там. Ты больше готов к детям? Просто я все-таки, наверное, умею делить. По опыту работы с Аней, наверное, все-таки умею делить. Твоя нереализованность мешает тебе принимать себя? Да, да, да. Вот это самый главный вопрос, вот это правда, да. Я сейчас потихоньку буду возвращаться к этим основам, mm-hmm. которые я обещал. Вот она вот как раз-таки вот уже потихоньку идет. Mm-hmm. А, Матвей, как ты считаешь, Аня будет хорошей мамой? Думаю, да. С большей долей там правды, потому что перевес идет, да. А есть над чем ей работать? Есть, правда есть, потому что все-таки вернемся просто к тому, что Аня говорила о том, что она работает на отношениях со своей мамой. Uh-huh. И я все-таки думаю, что это все-таки все равно является каким-то вот моментом, в котором она могла бы, ну, в чем-то ошибаться, в общем, uh-huh. в воспитании ребенка. Как-то. Ну, важным, да? Да, uh-huh. ну, то есть... Ну, надо работать просто и быть готовым, чтобы этого не повторяло. Но в а целом, что, например, про что? Да. Ну, я конкретно я не хочу говорить, да, чтобы как бы... Давай, давай, мы здесь вытащим это все, давай. То не хватает ей там для самой лучшей мамы на земле. Ладно, нежности, скажу, внимания. Нет, это все, с этим все отлично. Угу. Эмоциональной стабильности. Угу. Вот я считаю так. Хорошо, все, вот это правда, да. А что значит эмоциональность? Ну, ты часто бывает по очень маленьким пустякам, допустим, ты не можешь найти купальник, ты звонишь мне, кричишь, обзываешь, да, типа, и как бы, а потом находишь. А он в нем. Да, я в нем. Нет, просто вот, и как бы, когда будет ребенок, такого не должно быть, типа. Ну да. Нет, понимаешь, сейчас как раз-таки ты говоришь о том, что я и пытаюсь, мы под финальным в следующем раунде, вот, я потихонечку заряжаю и показываю тебе, где твоя проблема. Uh-huh, uh-huh. А есть уже Аня, как раз-таки про одежду. Я на этом уже заостряла внимание. Да. Почему ты перекладываешь на него ответственность? Ну, чтобы он помогал. Ну, почему тебе нужна эта помощь? Потому что одежды много. Ну, то есть тебе лень? Ну, да, лень. Ну, да, лень. Я лучше, ну, типа, свободную минуту отдохну. А он? Но, а у него и так много свободного времени. Ну, слушай, неправда, что у него много свободного времени. Не-не, это не к этому. Она сейчас пытается опять так, как и ты, выбраться из этого. Да. Это лавировали, да. И если мы дойдем сейчас именно к более глубокой сути, то мы придем к тому, что он здесь всего лишь маленькое звено твоей эмоциональной трагедии. И он там всего лишь звено. Как веточка, да, на дереве. А корень и ствол – это все у тебя. И как бы каждый раз, когда ты обращаешься к этой проблеме, не он является стволом той проблемы. Ребят, привет. У меня к вам следующий вопрос. Прямо сейчас перед каждым из вас стоит выбор.
Ты либо теряешь все безвозвратно, имя, деньги, карьеру, но остаешься с любящим человеком, который любит тебя и которого любишь ты. Либо ты выбираешь карьеру, но больше никогда не увидеть этого человека, ну, по крайней мере, в этой жизни. Что выберет каждый из вас? И в чем же все-таки сила? Ты больше мой друг. Угу. В смысле, мы вместе. Он со мной первый познакомился. Так ну, что... это правда. Ну, ну ладно, давайте больше не обиделись Андреем. Нет, просто больше точек соприкосновения и моей конкретно его... Ну да, да, согласна. Хорошо. Что бы ты выбрал? Остаться непопулярным и не быть никогда популярным, и все, что у тебя сейчас есть, потерять, но оставить Аню? Или наоборот, стать более популярным, но никогда не знать Аню? Ну, или знать, но, типа, не, ну, понимать, не, не, вообще, ты... он сказал, что не вообще знать? Не знать. Ну, наверное, все-таки вообще не знать и быть популярным. Да, это правдивый ответ. Ты но это сразу... при условии, что вообще никогда о тебе в жизни да. не слышал. И потом не сидеть здесь на полиграфе, не отвечать за то, что выбрал, да? Да. А я присоединюсь, я тоже такого же мнения. Самое, знаешь, интересное, что как ты сейчас среагировала. Тебе даже обрадовал его ответ, потому что ты была в этом ответе солидарна. И вы, ну, вы уже попробовали то, когда, ну, типа, вы выбираете одну сторону, да, то есть это отношения друг с другом. Ну, естественно, будет любопытнее выбрать то, когда ты знаменит, но без Я думаю, каждый бы ответил так. Ну, не каждый. Ну, кто, в принципе, этом... в сфере вот этой уже был. Типа, вообще, в целом, это зависит от того диалога, которым вы разговариваете. Вообще, если мозг, мозг всегда человеческий, он за выживание собственного, единицы собственного вида. Поэтому чисто разумно, что мозг выберет собственное направление развития, чем он выберет развитие другого человека. То есть, давай я там умру, а всем остальным нормально. А вот если человек делает как раз-таки такой выбор, то это создает очень большой вопрос, который надо разбирать. Да? Почему же человек ставит себя в значимость ниже, чем другого? Поэтому вы здесь ответили правдиво. Итак, это были вопросы от близких вам людей. Было для вас что-нибудь новое? Открытие для себя с этих вопросов? Ну вот, меня на самом деле Боря очень удивил с вопросом о детях. Самое интересное, да, эти были вопросы как раз от людей, которые за вами наблюдают там чуть ли не каждый день, и взгляд такой некий со стороны. На этом мы завершаем синий раунд и переходим в фиолетовый раунд. Фиолетовый раунд – это подытоживание всего того, что у нас было до этого. То есть мы белый раунд объединяем с синим и делаем некую терапию, которая должна в конечном итоге вам помочь осознать себя, осознать собственные отношения, найти инструменты, каким образом улучшить их. У нас про это. Итак, если вообще в целом рассказать, что интересно я обнаружил. Вы, во-первых, две половинки, которые в какой-то момент, да, наверное, вашей первой встречи, как пазл, закрыли слабые стороны друг друга и приняли сильные стороны друг друга. То есть здесь мозаика сошлась. Время идет, люди меняются. Вообще, в целом, вот эти вот поговорки «люди не меняются» — это не совсем правда. То есть, если человек желает, он всегда может поменяться. Единственное, когда человек может поменяться, это когда у него есть собственное желание это сделать. То есть насильно здесь никогда эту историю не сделаешь. То есть психолог ни один никогда в жизни там никому не поможет, если у человека нет желания. Поэтому человек должен изначально его иметь. Теперь посмотрим по желаниям, да, то есть понятие роста. Какую мозаику мы здесь получаем, да, что есть слабая сторона, есть сильная. Это ваша встреча. Вы к этому адаптируетесь, вы к этому привыкаете. И теперь вдруг в этой мозаике одна из частей пытается измениться. Какая реакция? Значит, если она изменится, значит, мы подходить не будем. Ты понимаешь, о чем я понимаю? Да. Это о чем со стороны Матвея? Колокольчик тебе выбрали. Ты видишь потенциал у Матвея. Да. Ты видишь, как он пытается туда полезть, пойти. Но если вдруг он туда пойдет и полезет, то он самоутвердится. Если он самоутвердится, а это как раз и является тем пазлом, который у него был слабенький, а у тебя был сильный. И если вдруг он там займет сильную позицию, еще займет свое самоутверждение, останетесь ли вы при этом вместе? У тебя задастся очень внутренний вопрос, что если вдруг Матвей станет личностью такой весомой,
сдержанной, системной и структурной. Угу. Блин, но это показатели, достаточно успешные показатели, угу. Да, то есть при которых можно расти. Если он контролирует меня, если он может помочь с развитием, если у него есть выдержка, сосредоточенность, и если он пойдет, допустим, в какую-нибудь там сферу дальше сам, что с ним произойдет? Да, он может стать популярный, известный. А хватит ли время тогда на мои капризы? Кто будет убирать мои вещи? Неужели самоутвержденный Матвей? Угу. А неужели он там с отдыха будет этим заниматься? Ну, навряд ли, да? А терпеть я мои капризы... Ну, видишь, какая здесь как раз-таки происходит пересменочка, да? То есть, как угу. мы уступаем это место само угу. по себе. Это понимание о том, вот это вот пазлика как раз-таки детальки, как Матвей. То есть mm-hmm. Матвей пытается выразиться в чем-то, но происходит ему, ну, типа, я пока не готова со своего места уйти, mm-hmm. поэтому Матвей будь на своем, а как ему указать его место? Вещи убери, mm-hmm. а потом, когда убрал, за это ответь. Форма давления, криков, выбор, споры в каких-то моментах, чтобы показать, где его место. Mm-hmm. У тебя будут происходить именно на этом, боясь, что вот где-то как-то вот он вырастет, станет чуть выше. Это может давать некий дисбаланс. Поэтому здесь что? Ты всегда видишь со своей стороны его плюсы и минусы. Он свои плюсы и минусы может только чувствовать, но mm-hmm. не видеть. Это чуть более проблемнее. Он чувствует, что у него есть в действительности инструменты, потенциалы вырасти, но при этом нет уверенности. То есть ответить за себя, перейти на эту форму уверенности – никак. Поэтому приходить там, где более уверенные, допустим, лица, это другие мужчины, где вот этот звоночек просыпается, отсюда mm-hmm. растет ревность. Это через неуверенность в себе. Это в любом случае. То есть, когда я понимаю, что кто-то более значимый, там, статусный, влияет на тебя, он думает, блин, ну он более значимый и статусный, я бы на это обратил внимание, и будет происходить ревность к тебе. Но ей не нужен, наоборот, понятие. Сейчас уверенный, статный, потому что он будет заниматься ну, собственной mm-hmm. идеей. Как только, ну, может быть, в процессе это интересно, а если, допустим, встречается один излишне самоуверенный, и другой излишне уверенный, они быстро расходятся, потому что говорит, это моя половина, нет, моя, и они не уступают. И mm-hmm. там очень тяжело, там два барана на мосту встретились, все. И это большая проблема. Хоть и человек интересный, может быть, энергичный, но если вот, вот эти два плюса, они в основном отталкивают. Mm-hmm. Твоя форма ревности сама по себе, ну, ты хитрее, ты чуть более наблюдательный, да, поэтому ты также свою сторону видишь ее минусы. Это нестабильное состояние mm-hmm. какие-то. И ты можешь на них определенно влиять. Ты знаешь, как сделать ей в момент хорошо, как наоборот сделать плохо, как поднять собственную значимость. И тем самым ты будешь притормаживать и ее. То есть, если ты понимаешь о том, что, допустим, она может спрогрессироваться, mm-hmm. ты видишь чуть дальше. И ты понимаешь, что, опять же, созависимость от тебя уйдет. То есть, ну, если она станет, сделегируешь на одного, на второго, на третьего, десятого, то перестанет быть необходимость в единственном числе. Если в тебе не будет, то какое место ты займешь? Да, то есть дома mm-hmm. готовить пироги, стряпать, что? Ну, то есть, что произойдет? Да, то есть, если вдруг все справятся, ну, 10 человек команда будет, и все справятся на все 100%. Я справляюсь там по сравнению с ними на 20%. Но при этом я буду это объяснять экономией денег и прогрессией своей. Mm-hmm. Но и в то же время есть неуверенность своя же, внутренняя, и опять же, она, ну, немножко не реализована. И надо будет притормозить ее за те механизмы, которые у нее. Это нестабильность. Это неумение взять ответственность на себя. Это, может быть, даже там та же чуть-чуть неуверенность в себе, но именно как в маме у тебя это проявилось. Угу. То есть принятие обществом. У тебя есть, зависит от общественного мнения. Но их много, но по очень маленьким критериям разбросаны. Угу. Вот эти ваши две частички, они друг друга и дополняют, и в то же время они вас же и тормозят. Поэтому вам бы очень было бы хотелось бы, может быть, встретиться со своими триггерами, да, и проработать. А это можно только в одиночку. Почему mm-hmm. вы говорите друг от друга, можно было бы дистанцироваться, это было бы прикольно и популярность получить. Mm-hmm. Потому что, находясь вместе, вы как будто гладите свои же проблемы, да, то есть вы говорите, mm-hmm. да оставь вот этот вот пустой ящик, оставь, нормально все. Для одного это, конечно, хорошо, а для другого это не очень, да. Если вы все-таки найдете инструмент, и у вас эта вся история сталкивается в работе. То есть один тянет в одну сторону, другой в другую. Он понимает, что тебе можно развиться и пойти, ты вроде как бы хочешь туда пойти, но если тогда придется его оставить где-то позади. Если ты его оставишь, там может не вырасти,
А мой дисбаланс потом выкинет меня из этого всего бизнеса. Где я найду потом второго Матвея? То есть подождите, mm-hmm. чтобы можно было на нем наругаться, можно было сэмоционировать, можно было на нем выгрузиться, чтобы было это комфортно. Достаточно тяжело. Mm-hmm. Так, не пойду, значит, на эту встречу. Попрошу, может быть, там какой-нибудь там доступ к видеокамере или еще как-то, да? Mm-hmm. То есть все, вроде все интересы удовлетворены, можно дальше. И вот это вот желание как раз-таки у тебя потусить, повеселиться, оно будет идти из-за непринятия себя. Если у него, допустим, идет неуверенность, то у тебя непринятие. Угу. Это, кстати, две разные вещи. К примеру, такой вопрос, ты принимаешь себе? Приходится. А в целом? Ну, в целом, наверное, нет. Вот это правда, да. Принимать себя тебе намного тяжелее. Ты как будто переступила себе, когда ты на горло наступила. Угу. И вот ты как будто не позволяешь той себе, которой ты можешь стать, угу. самостоятельно. Не даешь вылезти. Понимаешь, угу. о чем? Да? И ты пытаешься эту ответственность переложить в дальнейшем на вылезти и не вылезти на какое-то второе лицо. И сейчас данную функцию играет как раз Матвей. То есть он является твоей совестью и ответственностью за то, что ты не сделала или сделала. Угу. Ну да, так и есть. И ты перебрасываешь на него всю эту форму ответственности. А попробуй прими на себя. Ну, я согласна. Но вот все-таки по поводу вещей хочу сказать, помарочку сделать. Но ведь Матвей, если бы он делал очень-очень много всего, то он бы не убирал вещи, если бы он не сидел в телефоне. То есть я знаю, что он в этот момент сидит в телефоне, и он может это сделать. Знаешь, как это работает? Допустим, с маленьким детьми. Банальный пример, типа, по поводу вещей. Сейчас тебе расскажу. Люди забывают очень дальнюю историю. Если ты начнешь это все делать сама, вот все максимально... Я делаю это сама. Но просто я устала делать очень много всего. То есть я делаю все. Представь, что ты осталась абсолютно. Одна. Поверь, если спросить Матвея, он скажет то же самое. Представь, что ты начала полностью отвечать за себя. Представь, что ты как будто бы осталась одна. Спокойно делаешь все самостоятельно. Да. У тебя появляется независимость. Да. Тут появляется, ну, допустим, с этого момента появляется Матвей. Угу. Вот ты только с ним познакомилась. А ты привыкла все самостоятельно и делать. Сама угу. все убрала, еще что-то. Появляется Матвей и говорит, привет, я Матвей. Угу. Я хочу быть чем-то полезным. Ты говоришь, ну, я все сама закрываю. Тут поворачиваемся к Матвею и говорим, Матвей, а чем будешь заниматься ты? С собой. С собой. Чем? Сидением в телефоне? Нет. Слушай, это... ну это бред то, что ты говоришь. Понимаешь? Это на самом деле даже обидно уже, что ты прям какую-то одну штуку выбрал, и ты так давишь телефон. Телефон, а ты не сидишь в телефоне? Ну, ты не сидишь так. Тоже не, Матвей, в смотри, телефоне. Вот сейчас, кстати, началась очень классическая перепалка «ты же, я же». Она говорит о том, что человек пытается перевернуть. Это вот про непризнание себя. Я сейчас верну и именно и Матвея еще сюда, смотри. То есть, если ты начинаешь заниматься полностью собой, Матвей придет и увидит, блин, а где я? Посижу в телефоне, это когда я не могу найти, где я. И телефон является всего лишь очень опасной ловушкой, которую придумали, но... съеданием времени. Но если он придет уже с какими-то новыми штуками, то да, он будет ими заниматься. Вот, чтобы прийти к новым штукам, что нужно сделать? Ну, заниматься собой. Заниматься собой. Что должно подвигнуть меня заниматься собой? Вот я не знаю, что его должно подвигнуть. Что-то... Подвигает занятие собой своя бесполезность. Mm. Когда человек понимает, что... Вот должно быть внутренне неприятное чувство, недовольство собой, чтобы я был настолько недоволен, чтобы пойти и поменяться. Если я доволен собой, я пойду понимаю. Меняться? Ну, у него бывает такое, что он видит, что типа слишком много всего я делаю, и он начинает что-то делать. У него всегда на основе недовольство собой. Поэтому он и хочет уйти в музыку и структурироваться. Но он доволен собой, когда он помог тебе. Ну да, это правда. И он уходит в работу, и он пытается из... Ему очень тяжело начать собственную реализацию, потому что он не уверен в себе. Угу. Ты себя не понимаешь, он не уверен. Угу. Когда ты говоришь, что ты только в телефоне сидишь, что он сказал? Ну, типа, что обидится. Ему обидно. Помнишь, я говорил, для его реализации нужна уверенность в себе. Угу. Ему не хватает уверенности в себе, и ты когда ему говоришь, да ты только в телефоне сидишь, куда его уверенность ушла? Вниз. Вниз. Все, он начнет после этого заниматься? Нет. Нет, поэтому первое, ему нужно внутреннее чувство. То есть, знаешь, вот когда он увидел тебя, когда отправляли в больницу, тебя, да, он увидел, что это правильно для тебя. Ему, судя по его диалогу, было тяжело это принять, но он понимал, что это правильно. Видимо, как и мама. Они понимают, что тебе тяжело, но это тяжело, тяжелое состояние в твоей жизни, оно заставило тебя, что сделать, измениться. Поэтому, видя, что ему тяжело,
Тебе нужно добавить ему только уверенности, но не убирая вот этот вот страх. Угу, я поняла. Это чувство, оно очень необходимо людям. Люди считают, что это... В особенности просто родители, у которых нет времени, и их очень часто раздражают дети своей эмоциональностью. Угу. Потому что, ну, у них нет времени на это. И дети со временем учатся тому, что их эмоциональность – это какая-то неправильная вещь. И вот эта вот эмоция негатива, гнева, неуверенности, они одни из самых тяжелых, потому что они более сложны в своем механизме. Но ими тоже нужно уметь работать. И люди воспринимают их, как будто что-то неправильно в своем теле, в своем организме, мышлении. Ничего подобного. Радость, веселье вместе с грустью, с тоской, с ненавистью, с жалостью – такой же инструмент. Угу. Его надо принимать в себе. Если вы его видите, его тоже нужно принять и с ним поработать. А мы, когда чувствуем это чувство нереализованности, беспечности, какой-то внутренней неуверенности, еще что-то, мы пытаемся ее не слышать и заткнуть. И сидим где? В телефоне. Я поняла. В телефоне мы сидим не из-за того, что нам что-то не нравится, да, в окружении или еще но что-то. Но могу ли я что-то говорить, например, может быть, ты что-то полезное сделаешь, или это тоже... А это унизит или поднимет? Ну, даже не знаю, наверное... Сейчас в фразе это унизило или повысило? Ну, сейчас, наверное, унизило. Ну, а как хорошо, как мне правильно подталкивать человека на... Ты успешный, ты молодец, ты всего добьешься. Ну, чему ему захочется соответствовать? И он уберет телефон в этот момент. А он уберет со временем. Не надо там сразу же, как ты сказала, все, о, упаковка изменилась. Нет, это со временем. Поверь, женщины, которые говорят мужчине именно эти слова, мужчина всегда вырастет. Всегда, всегда. То есть, если ты будешь говорить, что он там ничтожество, негодяй, изменщик или еще что-то, ну, либо мужчина сам не выдержит и уйдет, либо, ну, превратится в то, кем ты его называешь. Умение поднять мужчину, ну, а все остальное зависит уже от мужчины. Можешь подняться, вырасти и сказать, ну, теперь ты не в удел. Извини, пока, да, там, как бы... Здесь надо смотреть. Он не имеет права мне так сказать. Это принижение сейчас было? Нет, не имеет, ну, я в смысле, понял. Не имеет права, потому что я очень старалась, и он мне так потом не скажет. Это принижение было сейчас или что? Нет. А как ты думаешь? Это, ну, мне кажется, нет. Я просто... Ты сейчас его статус чуть-чуть принизил. Нет, ну, я сказала это к тому, что... Я понимаю смысл, но он звучал в более грубой упаковке, чем... Ну, я, наверное, не так выразилась, как... почувствовала. Да, все верно. И вот видишь, это одно из привычек ходить именно по этому пути. Угу. То есть, ты не имеешь права, я тебе что-то сделал, теперь ты мне должен, ты мой раб, короче, все. Но я не об этом, я про любовь к рабу. Ой, то есть, раба к господину. Ой, нет, не об этом, то есть, не то. А, это... Получается, я раб. Да. Нет, но ты раб. Но ты сам принял эту позицию. Да. Не, я понимаю, господи. Не, ну я имела в виду, что я, типа, очень много сделала, да. И... Подожди, а он мало сделал? Тоже много, но действий больше я совершала. Ну, а кто тебя сподвиг на эти действия? Ну, а кто тогда раб? Чей раб? Вот, а попробуйте без раба, да? Попробуйте два господина дружат друг с другом. Хорошо. Ну, я считаю, что я ее замотивировал. Все-таки заставил поверить в себя, что у нее есть реально талант. Нет, а я считаю, что, ну... Во всех делах всегда виноваты оба, как в хороших, так и в плохих, угу. В любом случае. Почему оба? Один допускает, другой делает. Угу. То есть, если да. Ты допускаешь, что тебя будут относиться как к рабу, значит, твоя ошибка в том, что ты себя ведешь как раб. Угу. Если ты в дальнейшем вырос в господина, а у господина другого осталась привычка тебя делать рабом, ну, извините, тогда отношения заканчиваются. Угу. Это про рост, да, к примеру, как формируется. А потом люди говорят, а что это такое? И тот, который был изначально господин, он начинает обвинять того раба, что он негодяй в жизни, неблагодарен, не оценил, не сделал и так далее подобное. То есть, потому что он привык на этом ездить. А рабы в основном уходят такие тихо. Ну, то есть, они говорят, ну, мне некому больше что-то доказывать, потому что я доказывал все это время этому человеку о том, кто я, как и есть. Поддержка и помощь друг другу – это очень важные вещи в системе диалога. И когда вы находитесь, допустим, в системе бизнеса, вы все время перекладываете вот эту систему друг на друга. Поверь, ты всегда хочешь про развитие идти, ты всегда чувствуешь. Если Матвей, к примеру, тебе допустит то, что ты можешь окунуться в свои проблемы самостоятельно и отвечать за них, ты спрогрессируешь и вырастешь. Ну, к примеру, ты взяла, потратила деньги на шопинг. Он, Матвей говорит, ну окей, можешь еще пойти потратить. Ну, ты позахотела, ну иди трать еще. Иди, все, на счету ноль. Ты говоришь, а что ты меня остановил? Он говорит, ну как бы ты заработала эти деньги, ну ты их и потратила, но в дальнейшем из-за того, что ты потратила деньги, ты не сможешь заработать дальше. О том, когда я тебе говорю, остановись, ты меня не слышишь, да, к примеру. И это теперь твоя форма ответственности.
Ну, то есть, ты можешь подавить на него, ну, иди сам тогда зарабатывай. Ну, он как бы говорит, ну, я и на завод готов идти. Он для себя вот в этом плане обесценил, да? Он говорит, ну, как бы, я начну с нуля, потому что я начал с нуля. А тебе начинать с нуля будет намного тяжелее. И он как бы, если ты доверяешь мне и моей форме безопасности, ну, прислушивайся к моим советам. Или наоборот, ты вдруг идешь и говоришь, блин, а вот это было бы очень классно где-то пропиариться, взять, да, и потратить деньги на какое-то развитие. Принимай на себя эту ответственность. Mm-hmm. То есть ты не подходишь и спрашиваешь, ты подходишь и берешь, говоришь, ну, как бы, давай мы с тобой пообщаемся. То есть ваша форма диалога, она должна быть как совет, что улучшить. Mm-hmm. Не вставить палки в колеса, да, то есть, и если вдруг, допустим, Матвей, ты объясняешь о том, что, ну, с твоей точки зрения не надо что-то делать, не надо вступать в споры доказательств и доказать кому-то, что нужно сделать. Кто ответственное лицо в конечном итоге. Ну, то есть, не нравится моя позиция, идешь, делаешь свою, но всю форму ответственности берешь на себя. На себя, да, если не получилось. Что-то. Все, да. И поэтому вот в этом учитесь искать диалоги, перекладывание. Потому что ты пытаешься взять на себя большую ответственность, потому что тебе ей не хватает принятия своей, и ты этим перекрываешь. А у нее есть непринятие себя, поэтому она любит перекладывать это на тебя. И если вы, ну, перевернете вверх ногами, поменяете и здесь полярность, то есть ты возьмешь больше ответственности на себя, ты и принимать себя станешь больше. Свое мнение, свой выбор. А тебе в развитие как раз-таки. И ты поймешь, что ответственность, допустим, за трату времени свою же, ты знаешь, что ты уже достиг бы намного больше, если бы ты, к примеру, опять же, так же не сидел бы, может быть, в телефоне. Он этот момент тоже признает. И если вы их перевернете вверх ногами и поменяете полярность, вы увидите, как ваша жизнь резко поменяется. А потом начнет делегировать на всех остальных, и вы вырастете два в господина, а у вас будут рабы. И это прекрасная концепция будет. Зачем кому-то делать? Хороший итог. Да. Да, ну немного стыдно даже, что так, что мы такие. Стыд это, опять же, нормальное чувство. Да. Вот наступает именно тот момент, когда я вас оставлю вдвоем. Вот все, что мы сейчас обсудили, то есть совет, который я, к примеру, вам тоже дал, попробуйте здесь его испаять. То есть попробуйте сейчас в практике договориться о другой концепции поведения друг с другом. Попробуйте пообщаться друг с другом по другой форме. То есть закрепите то, что вы здесь услышали и увидели. Блин, на самом деле я попробую, но в целом всю эту информацию, чтобы прийти к тому, что вы говорите, нужно все-таки переварить. Нет, все не надо. Ага. А, поэтому это я сейчас только дал как инструктаж. Именно механизм нужно опробовать, да. Тебе говорят. Итак, мы завершаем фиолетовый раунд. Вместе с ним мы завершаем наше шоу. Итак, ну, надеюсь, сегодняшний опыт для вас был полезным. Нашим зрителям тоже хочу сказать спасибо, что смотрели наш выпуск. Поделитесь, что было общего с нашими героями у вас. Следите за нашими новыми выпусками. Это было «Честное слово». Спасибо, пока. Во-первых, мы никогда не были на сессиях таких у психолога. Это действительно очень полезно. Я рекомендую очень всем работать над своими отношениями, стараться понять друг друга, принять и развиваться, не стагнировать. Вот. И очень благодарна, что меня позвали на это шоу. Спасибо большое. Это был крутой опыт. Я сделала выводы, и надеюсь, что Матвей тоже их сделал, и у нас все получится. Напоследок я бы хотел сказать вот такую вещь, что если ты правда любишь, ты будешь готов меняться ради этого человека, а человек будет готов принять себя. Не бывает такого, что прям вот да не моготы. То есть там я не знаю, что нужно сделать такого, чтобы прям вот возненавидеть человека. Хоть и говорят, что от любви до ненависти один шаг, я все равно думаю, что это неправда. Просто любите и любите своим большим сердцем, если оно у вас такое. Я все-таки считаю, что у меня большое сердце, и в очередной раз я хочу сказать, что я очень люблю Аню, и я благодарен ей за все, что она для меня сделала. Я тебе просто скажу, что очень интересно. Да, мне тоже было интересно. В каких-то моментах это мне дало понять, что все-таки, ну, я могу тебе доверять. Угу. Мне объяснили очень многие штуки, что это не в тебе проблема, а во мне. Угу. Соответственно, мне я начну над этим работать, ну и к твоему привели к нас. Я буду больше тусить, получается. Не. Если для тебя тусить сейчас было самым главным таким звоночком, то это грустно. Нет, я имею в виду, что буду больше проводить времени одна. Понимаешь, то, чего я прошу очень долго уже. Просто научись проводить время одна тогда. Я умею проводить время одна. Просто ты меня не оставляешь одной дома. Ну, а я, соответственно, начну делать то, что я хочу. А я еще поняла, знаешь, то, что у нас очень, на самом деле, много психологических проблем с детства. Это просто ужас. Что мы с тобой очень ранены.
Очень Ой. Сильно. Ранены, Ой, реально. Спасибо. Не как другие, типа, люди. Я согласен. Но в свою очередь я жду ту поддержку, которую оказывал я тебе с твоей стороны для меня. Потому что, когда был момент, ты ее не оказала, и это также стало одной из проблем. Mm-hmm. Ты тусила в этот момент, когда мне нужна была твоя поддержка. Ладно, хорошо. Ну, значит, я буду время тоже одна много проводить. У тебя вот главное указать на том, что это будет много. Как захочешь, так и будешь делать. Ну ладно, спасибо. И хотелось бы... Я тебе очень помогу, правда.